В Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова состоялась премьера постановки «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова. Ее можно назвать по-настоящему долгожданной. Первая премьера должна была состояться 30 октября, но из-за эпидемиологической ситуации ее пришлось перенести. Символично, что ровно 150 лет назад театр открылся именно этим спектаклем. Режиссером постановки выступила Изабелла Каргинова. Яркие костюмы, волнующие сюжеты и завораживающие танцы от балетмейстера Валерия Сванова привели зрителя в настоящий восторг. После просмотра нашего спектакля зрители, которые сегодня попадут в зал, несмотря на ограничения, несмотря на ситуацию, несмотря на напряжение, которое сегодня в воздухе царит, испытают такие же положительные эмоции, ощущение какой-то одухотворенности, какого-то подъема, какой-то надежды. Потому что театр, мне кажется, его миссия – бороться с безысходностью, даже если в жизни порой такая ситуация возникает. Театр, как и книга, заставляет думать. Потому что это какие-то живые эмоции. Вот театр, он воспитывает, он дает возможность пережить такие эмоции, которые человек вот так в жизни не переживает. Где-то кто-то видит себя, где-то видит своих родственников, знакомых.